Не було оператора. Класний прийняв. Коля вибрав флаг. І попитка виноса. Буквально 3 ярди треба набирати цим виносом. Очередной дальний пас, прием от 9-го номера. Не успевает она забежать тачдаун, буквально в полуярде. От зачетной линии ее останавливают. Успевает защита Южиков сорвать флаг. Объявляет недоговую зону. Откид на 77-го номера. Прием, это тачдаун, 6-0. Попытка двоечковой реализации. Пас на край тачдаун и перекидывает зачетную линию. Квотербек. Вот так и у нас Юникорн. Хороший быстрый пас. И уходит от двух захватов. Да там уже зона. Защита, слушайте, у них короткий, быстрый пас, очень быстрый. Там, короче, понятно, очень быстрый пас. На 5 ярдов. Во-первых, дауна нет, вторая попытка, буквально пол ярда до середины поля. Ярдами оштрафованы Юникорн. Перейдем, будет вторая попытка. Короткий пас, прием. Что показывают судьи, да, первый даун, прошли половину поля. Хороший пас на 12-го номера, но не удается зафиксировать мяч. Вторая попытка в Юникорн. Третья попытка Юникорн. Дальний пас, зачетную зону. И не удается второму номеру поймать этот мяч.
И уже четвертая попытка. Хороший пас, я решил открыть, был 97 номер. Но... молодец. Дальний пас. И первый второго номера, Алла Груздева. И хороший возврат. И тачдаун! Тачдаун, Юникорс! Хорошая одноочковая реализация. И снова Алла Груздева. Очередные очки приносит своей команде. Сейчас становится у нас 7-6. И уже Юникорс впереди. Переигрывается у нас первый даун, нарушение было со стороны самарской команды. Дальний пас, и хорошо опять играет второй номер, опять Алла Груздева мешает приему мяча. И это выносная комбинация, в край убегает. Третья попытка, дальний пас. Четвертая попытка. Прием мяча, но слишком короткий пас, не удастся ли пройти. Остаться итальянды нет, не удается. У нас на поле флаг. Около 5 ярдов набирают они эти выносы. Буквально в трех ярдах мяч от центра порта. И третья попытка. Катя, на корнера, Влад, выходи. Меня смысл сейчас от лица. Быстро. Откид идет с 7 номера. Первая попытка у Юникорс. И далее пас, тачдаун, прием, 21 номер. Отлично разыграна комбинация. Счет у нас становится 13-6.
команда. Ой, отличный пас был сильный в центр. К сожалению, ресивер не смог зафиксировать мяч. И счет остается прежний, 13-6, Москва впереди. Это выносная комбинация. Буквально ярд-два набирает бегущая. Вторая попытка у Самары. Хороший пас. Нет приема, к сожалению. Обязательно надо проходить в центр поля. Не смогла все-таки поймать мяч, 9-й номер, немного неудачно было. Первая попытка у Unicorns. Лица нет, дальний пас центр. Не точно. Катя, у тебя влип был? Нет? Внимательно! Смотрите, отлип, сейчас будет пас! Хороший пас из 23-го номера. Молодец, Свет, молодец! Кать, куда мяч? Кать, когда спай, наклонно! Всегда наклонно! Третья попытка будет у Юникорн. Короткий снэп, отхит на бегущего, и бегущий делает пас. Прием, 12-й номер. Блин, не удается все-таки убежать тачдаун. Отыграла защита, срубила флажок. Откид на второго дома, Ремер! Это еще и пас в любую, да вы что, совсем один 40-й номер, тачдаун! Отлично разыграна комбинация! Смотрите, просто сейчас встал и смотрел! Сейчас реализацию будет разыгрывать. Смотрите, без спай, ты просто встал и смотрел сейчас. Счет 26. Стой, Редькина! Хорошо. Приема нет, счет остается прежний. Наш мяч. 26. Впереди Unicorns. Попытка
команды. Это фамбол. Перпас был потерян мяч. А, ну защита! Положи Влад Ташкевич! Пас не принят, но похоже это был нелегальный контакт. И первый даун сейчас будет для самарской команды. Второй даун, да. Внимательно! Внимательно! Плата на 77-го номера. Отлично, по правилу отбегает. И проходит середину поля. Там что, прыжок? Стой. Прыжок, что ли? Конец первой половины игры у нас.